Всем привет! Всем здравствуйте! Так, сегодня у нас 1 ноября, пятница. Это мой завтрак. Хотя время уже 10, я успела отвезти ребенка в садик. Дочь ушла на работу, и теперь я спокойно покушаю и буду приниматься за работу. У меня сегодня трудный день. Но в смысле трудный день, мне надо сегодня сделать генеральную уборку дома. На улице сегодня тепло, солнышко, может быть, даже выберусь в палисадник, чтобы привести в порядок там цветы, все повырывать, семена собрать. Планы, короче, грандиозные, поэтому надо подкрепиться. 2 яйца жареные с луком и с помидоркой, половинкой хлебушек. Темный хлеб, серый хлеб. Чай с молоком без сахара, 2 мандаринки и огурчик. Всем приятного аппетита. Я тоже подкреплюсь и начну работать. А почему у меня дома... Надо генералку делать. Ну, во-первых, пятница надо сделать генералку, а во-вторых, я 2 дня шила новое одеяло. Да-да. Поэтому дома нитки, на полу все это надо убрать, все надо это пропылесосить. Я вчера вечером закончила и легла спать. Поэтому у меня такие планы сегодня. Одеялко покажу чуть попозже. Я приступаю к завтраку. Так, девчонки, в доме убралась. Осталось убираться во дворе, подмести. Куча листьев намело уже. И пойду в палисадник. Все-таки решила сегодня уже, если я что-то делаю, значит, делаем до конца. Ведро приготовила, чтобы семена собирать. Дома все убралось, полы помыла, пропылесосила. И вот, вуаля, мое новое одеяло. За 2 дня я его сшила. Ну, как шила, как все соединяла, из чего шила, все отдельно будет видео, там посмотрите. Одеяло двухстороннее. Вот, можете полюбоваться. Там синтепон внутри. Так что ждите продолжения роликов о том, как я шила это одеяло. Так, ну сейчас немножко передохнем. Надо одеться, а то я босиком, как из дома вышла. И во дворе убирать. Вот видите, что здесь у меня творится. Сушняк стоит. Суховей надо это все обрезать, собрать в одну кучу, высушить и потом сжечь, наверное, уже срезать георгины. В общем, приступаем к работе. О, еще я посылочку получила. Заказывала. Сейчас доубираюсь, потом посылку будем открывать, смотреть, что я получила. Приступим. Давайте. Посылка пришла из Китая. Приложение Temu. Очень популярное сейчас приложение. Не знаю, как в России, но у нас в Казахстане прям бум. На это приложение, на эти товары. Очень интересное приложение. Есть и скидки, распродажи, и корректировка цен, то есть возврат, разницу между товаром. Допустим, если я сейчас заказала товар, и он стоил -то какую-то определенную сумму, и через там неделю-две после того, как я приобрела его, на этот товар снизилась цена, то я могу зайти в профиль в свои заказы и там взять разницу. Так.
Я заказывала одежду, обувь. Одежду, обувь. Так, это ручки, стержни для, Господи, хочу быстро сказать, и это, ну, на материале, когда отмечаешь, потом оно смывается, вот, исчезающие стержни, вот такие вот, стержни разноцветные с ручкой. Так, и еще вот такие карандашики. Это для вышивки, то есть, ну или для отметки тоже. Это такие меловые карандаши. Хорошо. Так, давайте посмотрим обувь. Вот такие зимние, ну не зимние, вот такие осенние кроссовочки без замков. Так, 36-й, но у меня нога 35-й. Потом померяю, посмотрю, как раз мне или нет. Ну, так на вид нормальные. Сверху материал типа плащевки. Вот такие непромокаемые. Ну, немножко помятые, конечно. Но на вид вроде бы ничего. Так, еще ботиночки. Тоже 36-й. Так, вот такие ботиночки. Вот там. Такие оригинальные. Ну, это не кожа, естественно, это длинные. Открываются. Ножка. Ну, здесь такая подкладка. Искусственный мех. Вот, это я все брала по скидке. Ну, вот, допустим, там остается одна-две пары, да, и их не забирают. Они ставят цену дешевле и продают. Вот стелька такая. Ну, стельку, по-моему, можно потом сделать свою. Синтетика, чтобы нога не потела, стелечку можно сделать свою. Так, тоже померяем. Такие классные ботиночки. Да, мне нравятся. Классненькие. Вот сейчас как раз ходить. Так, поехали дальше. Еще одни ботиночки. Что-то я прям на ботинке прилипла. Ну а что, обуви много не бывает. Тем более, если попадаются со скидками, почему бы нет? Вот такие вот. Здесь уже замочек. Вот. Это такие более утепленные. Что-то 40-й размер. Но надо посмотреть по... Ну, в принципе, они, видите, одинаковые. Там размеры надо выбирать, замерять длину ноги и потом уже, значит, смотреть размерную сетку и выбирать то, что вам нравится. Ну вот, чуть-чуть сейчас похолодает, и можно будет одевать. Ну, тоже ничего. Так. Мне кажется, нормальненький. Надо будет мерить, в общем. Так, что у нас еще? Получается, три пары обуви. Значит, вот такие ботинки теплые. Такие вот кроссовки. И вот такие ботиночки. Да, я молодец. Так, поехали дальше. Так, что у нас здесь? Здесь, по-моему, должна быть одежда. То есть трико или что-то такое, да. Это вот трико. Такие вот домашние. На завязках. Утепленные. С начесом. С начесом. Вот. Ну, по-моему, мне пойдут по размеру.
Да, попа широкая, по-моему, пойдет. Ничего, вроде бы на вид вроде бы ничего. Так, еще что? Давайте еще посмотрим. Так, это еще одно трико тоже. Ну, по-моему, такое же, только темного цвета. Размеры 1XL, но опять же, да, надо смотреть размерную сетку. Ничего. Лос-Анджелес. Ха-ха. Лос-Анджелес. В общем, двое трико мне. Это вот так. На улицу выбежать туда-сюда. Здесь тоже Лос-Анджелес. Ну, вот эти серенькие нравятся мне цвет. Так. Отлично. Ну и еще. Здесь тоже должен быть спортивный костюм. Так, да. То здесь вот это вообще костюм был по скидке. Очень большая скидка была на него. Так, размер тоже 1XL. Так. Кофточка с длинным рукавом. Ну, такая полусинтетика, полиэстер. И к нему штанишки в этой кофточке. Вот такие штанишки. Ой, отличное качество, девчонки, мне прям нравится. Просто отлично. Да. Тоже завязочки есть. Вот такие вот с наклеечками. Вот мне нравится, что еще снизу вот манжета есть всегда. Будем сейчас все это примерять. Примерять. Ну вот, сейчас посмотрим. Оденем, посмотрим. Только куда мне вам зеркало показывать, не знаю. Сейчас что-нибудь придумаем. Да, костюмчик номер один. Как раз угадала свой размер. Ха-ха. И попа, и ширина, и длина, и плечи, и длина ноги. Вот. Прям как раз угадала. Отличный костюмчик. Дома ходить. Ну и так куда-нибудь выйти. Так. Отлично. Но я так думаю, что брюки я тоже мерить не буду. Вам не покажу. Вернее, померю. Вам покажу, не знаю. Вот обувь мне интересно примерить. Сейчас я обувь еще одену. Кроссовочки, посмотрю, как они. А так костюмчик классный. И вообще материал приятный. Даже не пахнет. Вот говорят же китайцами, да, пахнет там, выветривать надо. Смотрите, как ништяк мне, прямо длина рукава прям подошла и все. И попа тоже подошла. Карманов здесь нету. Ну и ладно. И пузико прикрывает. Но я сейчас просто похудела, схуднула. Вот тут вот боков нету, как раньше было. А то прям сильно бока у меня висели. Ну вот, как бы больше худеть сильно и не надо. Ну, можно еще чуть-чуть так, килограмм, пару килограмм, может, еще скинуть. А так, главное, чтобы на зиму не набрать лишнее вес. Так, сейчас будем одевать кроссовки, померяем. Да, вот эти вот кроссовочки сейчас померяем, посмотрим. Вот это мне интересно прям. Ну, и как вам? Ну, прям впритык. Прям впритык. Мягкие, удобные. Вот.
Ну, там еще как-то чуть-чуть стягивает ногу, но я так думаю, может быть, разносится в конце концов, да? Ну, отличные прям, мне очень нравится. И на вид нравится. Я еще такие заказала, только в другом цвете. Ну, а что, по-моему, они всего-то там за 2,5 или за 2 600 отдавали по скидке. А так они 4 с лишним, около 5 000 тенге. Вот, а так они там на распродаже, в общем, отдают. Размер маленький, не всем подходит. Может, поэтому дешевле и отдают. Ну, остаются, еще раз говорю, остаются там 1-2 пары. И они отдают. Так, сейчас будем ботинки мерить. Мне вот эти ботинки хочется померить. Вот тоже размер как раз. Только вот эти потом мерки. Ну их один раз завязать так, как надо. Потом не развязывать их постоянно. Вот. А здесь на липучку. Ой, классные такие, мягкие тоже. Удобные. Сегодня обязательно их выгуляю. Сейчас пойду в садик за ребенком и вот эти вот одену ботинки свои. Новые. Вот. Да? Пока теплые. Ну, у нас пока и морозов-то нет. Что там? Сейчас вот самый ништяк. Почему обуви много? Знаете, когда обуви много, тогда она быстро не изнашивается, как говорится. Есть что переодеть, есть что поменять. Ну, вот эти ботинки вообще класс. Ой, обалдеть. Как они мне нравятся, девчонки. Да, высший пилотаж. Такие мягенькие, такие классненькие. Да, отлично. Угадала я, угадала. Ты прям штаны и все дела. Все дела, глубокий бантик. Надо носки потоньше одевать. У меня немножко толстые носочки. Надо носочки потоньше одеть. Что-то тепло. Или кажется, что в доме тепло. Ну ладно. И теперь эти еще померяем и все. Так, ну эти что-то совсем большой. Надо мне посмотреть по заказу. По-моему, мне большой размер положили. Это 40-й. Палец вообще вон где-то у меня вот тут вот. Вот, видите? Целый палец. Или они мне неправильный размер положили, или я неправильно посмотрела. Даже не знаю, но это слишком, слишком большие. Вон, на целый палец. Вот. И чё, и куда мне их? Моей дочери тоже размер маленький. Ёлки-палки. Так они классненькие, да? И на ножки смотрятся хорошо, неплохо, да? Большоватый, но может быть на большой, на толстый носок, если будет снег. Да, вот это вот печалька. Печалька, что размер не подошел, большой, большой, сильно большой. Ну, 40-й я не заказывала, конечно. На целый палец тут.
И здесь она широкая нога. Может быть, дочь подойдет. Не знаю, посмотрим вечером. Ну уж, на то пошло. Ой, и уже эти штаны померяем. Эти брючки померяем. Посмотрим, как они. Да? Ну, и как? А? Нормально. Я так считаю, что очень даже неплохо. И длина хорошо подошла. Вот. Где? Ноги, вот. И длина хорошо подошла. И карманы есть. Мне всегда карманы нравятся, чтобы карманы были. Ну вот, девчонки, прибарахлилась чуть-чуть. Еще посылки будут. Я еще заказывала. Я и детям заказывала, внукам заказывала. Сейчас тоже покажу пару кофточек, то, что я внукам заказала, да? Ну, как бы, может быть, кто-то заинтересуется, посмотрит. Если кому-то интересно, напишите, я вам ссылку скину. Или артикул, как, не знаю, в общем. Сейчас, минутку. Это вот вчера посылка пришла. Тоже оттуда, Жума. Ой, Жума, Сэму. Вот такой свитерок по скидке за 500 тенге. Верите, да? 489 тенге, 500 тенге свитерок. Тоже оставался один или два там в распродаже. И вот главное там вовремя чикнуть ее, кинуть в корзину и забрать. Вот такой свитерок. Вот смотрите, здесь он футер. То есть вот, да? Вот. И еще такой же свитерок такой. Ну, вот этот. Вот такой свитерок. Ну, даже новогодние. Видите, ничего страшного. Вот такой свитерок. Это тоже очень хорошее качество. Толстенький. Тоже футер с начесом идет. Вот. Но чуть-чуть большой Марику. Ну, ничего. На следующий год, если что, оденет. Главное, большое, не маленькое, вырастет ребенок. Это мы уже расти не можем, да? А они-то растут, дети. Вот такие вот колготочки, или как они называются, леггинсы, под штанишки. За 800 с чем-то тенге тоже, около 900 тенге. Очень приятные, эластан с хлопком. Такие вот под штанишки зимой там, допустим, одеть. Или девочкам одевать. Ну, мальчикам тоже можно одевать. Они вот здесь, главное, мне нравится, что вот здесь вот резинка снизу и не задирается. А под штанишки, под брючки тоже надо какое-нибудь нижнее белье одевать. Да? Просто качество неплохое. И очень вкусная цена. За 900 тенге здесь такие вещи, ну, не знаю. Вообще детские вещи же очень дорогие, да? А это вот, ну, это опять же, я еще раз говорю, это все по скидке, на распродаже. То есть там можно искать, найти и не сдаваться. Так, ладно, все, все вам показала, похвасталась. Все померили. Теперь время сколько-то? Где мои часы-то? Немножко отдохнем, перекусим, и уже вечер, и надо будет идти за Мариком.